Перед просмотром этого видео хочу обратиться к зрителям канала, недавним зрителям канала. На последнем видео по Hello Neighbor вы что-то дизлайков там понакидали. Ну, 3 дизлайка это, конечно, немного. Но что-то вы начали писать в комментариях, где Dead Space, где Dead Space. Ребята, не все сразу же. Один пользователь вообще увидел, тоже задался вопрос, где Dead Space, где Dead Space, и оскорбил меня. За это получил пожизненную блокировку. Вот правило поведения в комментариях, кстати, вот прочитайте, можно его найти в обсуждениях канала. И, пожалуйста, проявляйте уважение. Не только же я вас слушать буду. Я понимаю, вы хотите Dead Space, но некоторые другие хотят там Hello Neighbor, когда сидит соседа, что-то другое. Кого же мне слушать? Я буду слушать и тех, и выпускать ролики переменно. Друзья, давайте проявлять уважение друг к другу и ко мне, я к вам буду проявлять уважение и так далее. И не надо меня называть школьником, потому что я уже не школьник, мне 16 лет, я школу уже закончил, я студент первого курса. После вот этой серии, четвертой серии, сразу пятая серия не выйдет. Выйдет обзор на демо-версию «Как достать соседа ремастера» от Social Media Life Production. Она вчера вышла, и я должен на нее снять обзор. Надеюсь, вы меня услышали и поуважительнее теперь отнесетесь ко всему этому делу. Ладно, приятного просмотра. Здравствуйте, это канал Максимадзе, я Максимадзе и Воротила. Да, всем привет с канала Чё Хочу, То Ворочу, хе-хе, ребята. Сегодня мы, у нас вновь корпоратив по... Да, серия Dead Space. Да, что-то я посмотрел последнее видео по игре Hello Neighbor, что-то завалено дизлайками. Наверное, вам, зрителям, не понравилось, что что это был не Dead Space. Ну блин, ну есть же и другие игры, кроме Dead Space. Ребята, что тут поделать-то? Короче. Да, ребята, смотрите, кто там. Какой-то воротило еще один. Он мне не нравится. Ой, а что я в него стрелять-то не могу? Ну, он в кейсе. Ладно, пошли. Ты первый. Я уже спустился. А. Ой. Только не это, я понял, кто это, только не он. Не волнуйся, я его убью. Он не умирающий. А че я его заморозить не мог его? Он не умирающий. Все, побежали, он не умирает. А этот умирает, я надеюсь. Быстрее, быстрее. Ой. Он догоняет. Да быстрее беги. Побежали. Тут безопасно? Станок есть. Видимо, безопасный. Я на это надеюсь. Хотя звуки кругом посторонние. Да. Так что лучше опасаться стараться. Так, патроны у меня есть. Аптечек полно. Так, ой. Зачем ты на паузу нажал? Сейчас я возьму оружие, которое мне бы пригодилось бы сейчас. Ой, не туда нажал. Так.
срезать предмет. Давай быстрее, мне страшно. Страшно тебе. Нам сейчас надо... О. Быстрей. Блин, этот монстр мне пройти не дает. Монстр путь заблокировал, я пройти не могу. Так, отойди. А он умирает? Что-то у него не отпадают конечности. Ой, какой он страшный. Быстрей. Он не умирает. Нам надо вызвать вагонетку. Иди вызывай вагонетку, он сейчас там, где монстр. Я прикрою. Сейчас тут на меня какая-то безобразная чупакабра носила. Вызвал? Нет. Садитесь в поезд. Чё он написал? Да всё, я вызвал. Видишь, едет. А. Ты бы отошел оттуда лучше. Еще одна неумирающая это. Ты где? Я тебя не вижу. А, все, понял. Я умер. А, ты тоже умер. Ну, зашибись. Меня проткнули. Ну, ты аккуратней. Поезд почти приехал. Мы оба с тобой сдохли сейчас. Ай. Оу, блин. Какая гадость. Ай. Отстань от меня, гадость. Не забывай про аптечку. Ах, да, точно. Ах ты, гад, не умираешь. А чё это? О, на меня насел кто-то. О, возьми. Аптечку возьми. Еще один, гад. А! Фак, щит, щит. Да блин, где поезд? О, он, что-то их много, блин. Быстрее на поезд, садись на поезд. Ух, оторвались, что-то много их было вообще. А если бы... А это что такое? Включить. Наверное, вот сюда. Господи, ненавижу их всех. Так, я добрался до поезда. Похоже, он останавливается на центральной кормовой станции. Челнок находится на кормовой станции. А что насчет центральной? Да вроде такая боевая рубка, слушай. А это, если интересно, судя по записям, некий лейтенант доставил в рубку со склада кучу инструментов, полезных припасов. Может, стоит взглянуть? Спасибо, если решу проверить. Блин, патроны так, заканчиваются. Так, это к тебе уже был вопрос. Да? У меня патроны заканчиваются. Сейчас, да. Почти, у меня закончились уже почти патроны. У меня к тебе вопрос. Да. Смотри, нам, по идее, надо ехать дальше. Но мы можем выйти тут. Тут смотри, если мы поедем дальше, мы будем двигаться по сюжету. Если мы тут остановимся, то мы можем запастись припасов. Или поедем дальше. Или припасов запастись. А тут монстры есть? Конечно. Поехали отсюда.
Мы можем Отличный только... ответ. Мы можем И и он за... правильный. Так, карман, но судно. Куда нам ехать? Карман? Нам надо вперед. Просто мы можем... Мы можем и запастись оружием, а можем и потерять его. Ладно, не будем рисковать. Нам все-таки надо валить с космоса. Это как суперигра, блин. Нравится игра? Да. Я тебе все патроны отдал. Да, у тебя нету, да? Уже. Почти. Ну да. У меня только достались пушки. Ой. Что-то мне не нравится это место. Тут слишком темно. Слышишь? Слышишь вот этот звук? Да. Че? Робота тут, робота тут. Такой тур-тур-тур. Это значит робота, давай. Робота тут оставь. Так, как поставить его? Три, три. А, три. О, у меня вот эта штука есть. Ну давай возьмем ее. Я ее взял уже. Нет, вот эту. А, крутить? Да я уже покрутил. Вот, тут специальная нужна была. Все взял? Да. Залезай быстрее. Валим, 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 валим на елит, на лифте. Какой дебил, а? Чё это за фраза, какой дебил? Зачем надо это делать, а? Вот, этот корабль нам надо как-то оттуда вытащить. Ой, макака с красной какой там. Видишь этот корабль? Да, да, вот он стоит. Так, нам надо его как-то отсюда вытащить. Нам надо на ту сторону. Пошли быстрее. Только сейчас только ходи за мной. Тут можно запутаться. Так, поехали. Для получения дополнительной информации нажмите этап. Лифт вызывай. Сейчас, сейчас, а как его вызвать-то? Где? А, вот. Ну, вон. Так, как нам сейчас эту огромную махину вытащить отсюда? Хороший вопрос. И я не знаю ответа. Ну, значит, сейчас узнаю. Это кто ора? А, макака с красной какой. Так, я нашел какой-то модуль. Вот, а, подожди, а как нам туда попасть? Не открывается. Ты же видишь, нету вентиля. Сюда, быстрей. Сейчас, тут макака с красной какой была. Если я бы там в реальной жизни оказался, я бы обосрался. Да. Тебе рифмоплет, конечно, еще. А, вот, лифт. Да блин, меня эти звуки задолбали уже. Так, вставил. А, у меня нету пульта, надо его искать.
Поехали. Вправо. Звуки есть, а самих монстров-то нет. А, вон они внизу. Друг друга гасят там, походу. Прикрой меня. Оу, мадафакинг. Эй, не трогай его. Прикрой, пока я забираю модуль. Ой, макака с краской. Какай! Где еще? Оу! Надо еще другие детали найти. Быстрее! Да блин, ну она не умирает, не хочет умирать, забыл. Зараза. Я тебя забыл. Ты чё, без меня уехал? Да. Сам обалдел, что ли? Каждый сам за себя, да? И чё мне делать теперь? Давай, дружище. Так, нам еще надо две... О, вот она, одна штучка. Нам еще надо две найти. Так, еще одна. Тут. Закрыто. О, а вот и вторая. Все, теперь можно собрать. Давай сюда. Скорей. Она не она не хочет замораживаться. Сюда быстрей. А. Я застрял в текстурах. Хуй это как-то. Это что сейчас было, блин? Ты это не вырезай. Я провалился. В смысле, ты что, в текстурах сейчас? Нет, я это застрял сначала в текстурах, потом упал обратно на первый этаж. Ты только это не вырезай, хорошо? Я хочу посмотреть. Я не буду вырезать, это капец какой-то. Блин. Ой, блин. Всё, эй, не застревай опять в текстурах. Я это, наверное, прям в сегодня выпуске ставлю в начале. Руки вверх. Нет, сам руки вверх. Да. Там станок, кстати, был. Все. Теперь его надо заправить. Пошли. А, ой, твою ж налево, а. Открывай. Чё-то мы друг друга в лифтах забываем. Куда ты? Нам надо его заправить. Да? Я забыл. А зачем мы в лифт тогда садились? О, нифига себе, у меня аптечек. Сейчас я пару аптечек выложу. Тебе нужны аптечки? Да блин, господи, как задолбали эти монстры уже, а? Тебе нужны аптечки? Да. Аптечки всегда нужны. Обойма. Я тебе сейчас дам аптечку, у меня их полно. Окей. Так, я пуль себе прибавил. О, я теперь могу стрелять и заряжать твой стазис, представляешь? Mm-hmm. Как это так же? Ну, я не знаю, стазисную поддержку на автомат прицепил. Давай, быстрее, мне аптечки нужны. К
Хотя у меня аптечек... Нет, у меня немного аптечек. Воу, теперь нормально. Куда ты на паузу-то ставишь? Да все, все, хватит, мне больше не надо. Да на паузу. Да я путаю. Так, осталось вроде как его заправить. Давай быстрее. Блин, знаешь, сколько у меня аптечек теперь много? У меня весь инвентарь был в аптечках. Тебя не виснет? Тебя хорошо играет? Нормально, нормально, у меня ничего не тормозит. У меня 83 FPS. Да, не сомневаюсь, у меня 60 всего. Ну это 60, это хорошо, это плавно. Вроде бы 60, может 30, ну так, скорее всего 60. Вот, тут попа. 60, да. Попа. Ух, нифига себе двигатель какой большой. Нам сейчас надо его заправить. Я опять не успел сесть в лифт. Ну сейчас вызови его там. Ой, там чупакабры бегают. Как запустить-то его? Вот. Каждый раз в лифте кнопка запуска в разных местах стоит. Слушай, какой это корабль, да, атмосферный? Да. А? Я говорю, корабль, да, атмосферный? Да, такой? Да. Так, давай, удерживай правую кнопку. Нет, у тебя своя панель. А. Сейчас. Ну, нажимайся. Напарник ждет у стрелки. Оу. Фак. Вау. Теперь осталось... Так, а как его заправлять? Хороший вопрос, я не знаю ответа. А, вон. Вот на эту... А, крутить надо. Вот, заправка идет. Оу, черт. Одно деление заправилось. О, вот это мутанты. Ой, у меня здоровья мало же. Я что-то не заметил этого даже. Блин, у тебя офигенное оружие, не то что у меня, блин. Это да, оно еще больно стреляет, так еще и отталкивает. Ну, о, все. Все. Нифига себе там топливо, блин. Заправили, да? Да. Так, стоп, возьми. Замораживающей фигни у меня не так что много осталось. А, нет, я подзарядился. О, подпалился двигатель. Работает, детка, работает. Теперь валим отсюда. Дурацкие старые технологии. Блин, ты видишь? Лифт, работает. Девка дура. Элли, ты чё дура? А чё лифт-то не запускается? Ты видел? Ты видел, что она натворила? Нет, не видел. Она запустила двигатель и не может его остановить. О. Тут сейчас все сгорит. Сейчас бомбанет как, наверное. О, господи, стой, а как он уже... Он сейчас горит. Блин, как печально, что монстры не горят. Не умирают в огне. Горят. Да?
это... А как мы тут пройдем? Нас просто же зажарит тут. Ого, накалилось. Ой, только бы меня не поджарило бы. Представляешь, какая там температура? О, бессмертный! 3000 градусов. Сжарься тут. О, меня поджарило. Ну ты чё то? Я умер. Я попал под... под самый этот шар. Блин, заново все что ли? Бот ждет на станке. А где станок-то, блин? Да тут нету станка. Страшно чуть-чуть. Ух, да мне не сильно. Ну, напряженная ситуация. Все горит, надо бежать. Блин, отойди чуть-чуть, отойди. Давай. Блин, что-то они там преследуют вообще нас. Ну конечно, такой звук-то. Куда идти? Куда? А, я от меня опять поджарило. Аптечку, аптечку. Я не, чё, не могу, я умер. Ты не забывай, буква Q. Я помню, какая буква, я не успел уже нажать. Ну тут что-то внезапно она сейчас вообще нас поджарила. Ну, так ты аккуратней бегай. Там, я тебе сказал. Так тебя тоже поджарило. Ну я да выжил, потому что я аптечку нажал. Я не успел пока нажать. Нет, пока жаришься, можно аптечку жарить. Оу. Ай. Теперь ты поджарился, молодец. Ну видишь, я живой. Я много раз нажимай аптечку. Я так аптечки все потрачу. У меня аптечки кончились, все. Я тебе потом дам. Ха-ха-ха, аптечки все закончились. Вообще, короче, под огонь попадать нельзя. Помоги мне. Быстрей. Быстрей. Так, осторожно здесь. Здесь поджарить может. Я тебе сейчас дам аптечку. Сразу, сразу давай это. Полечи себя. Так, подлечил. Вот здесь осторожно, тут поджарить может. Так, не выходим. В лифт, сейчас к лифту беги. Прямо. Давай, побежал. Ну, побежал. Вызывай его пока, вызывай. Где лифт? Едет. Забегай быстро, давай, забегай. Корабль, я дебил. Как свалить отсюда? Вот и я задаюсь этим вопросом. Так, смотрим. Ты поджаришься сейчас? Нет. Нет, опять заново нам придется сейчас куда идти. Ну это капец. Зрители утомились уже, наверное, смотреть на это. Опять заново. Ну. У меня кончилась аптечка. Как у меня? У меня аптечек до хрена сейчас. Короче, нельзя попадать под огонь. Вообще ни в коем случае нельзя попадать под огонь.
Внимательно смотри, где есть огонь, где нет. Я почему-то все время направо иду, не в ту сторону. Экономим и следим за огнем. Смотри, он даже под окном не умирает. Это-то понятно, я поджарился. Да слезай, слезай уже. Сейчас. Так, вот тут осторожно, тут поджарить может. Пока огонь жарит, еще идти нельзя. Ну быстрее! Я не могу, она сейчас опять загорится. Ну а, чё, а зачем ты показал путь? Ты же знаешь, куда идти. Я забыл уже куда. Давай, иди быстрее. Вау! Вот. Залезай, залезай. Аптечку, это, давай, это. Используй аптечку. Так, использовал. Давай, смотри, не попадись еще раз под огонь. Да, блин. Ой, еще один бессмертный. Осторожно. Сюда быстрее. Ау, блин. Ну, быстрее сюда! Я не могу! Быстрее! А, нет! Нет, только не умри, аптечка! Я умер, все, я умер. Ты чё, прикалываешься? Да блин, он что-то быстро загорается. Не успеваешь пробежать вообще. Вот кто запустил двигатель, а? Я его пристрелю Эли. Потом. Я пристрелю его потом. Зачем? Она как бы, я её люблю. Ты. Но она запустила его для проверки, но она же не думала, что он сломается. Осторожно, не подходи. Зрители утомились уже смотреть на это. Бежим. Так, я не буду идти, потому что сейчас она опять заработает. В том месте, где мы, я последний раз умер, там что-то огонь очень быстро загорается, не успеваешь даже это. Толком не успеваешь, короче, это сделать. В этот сделать. Раз у нас все лучше получается. Побежал. Надо два раза тратить. Давай. Эх, тебя теперь кончилось. А, блин, у меня еда нет больше. И патронов. А, нет, патронов еще нормально. Так, не подходи. Оп. А, она загорается быстро. В лифт. Быстрее. Она очень быстро горит. Аптечек у меня еще нормально. Вот тут безопасно. Все равно надо следить, чтобы огня не было. Туда быстрее. Погоди, тут на меня насели. Нет! Я ранен. Я сейчас. Я умер. Я умер опять. Ну ты чё так долго? Я умер, я все. Ты можешь использовать аптечку? Не могу, я умер.
совсем умер, да? Да. Я не мог ничего использовать, они меня смертельно ранили. Заморозить я их не мог, у меня заморозка закончилась. Ты вырежешь эти моменты? Наверное. Зрители уже точно бы утомились смотреть на это все. Я говорю, четко за мной беги. Да, ты тоже врезаешься в огонь, тебя я смотрю. Да я не про огонь, я про лифты, ты не успеешь. Ты в лифты не успевал за мной бежать. Стоп. Раз, два, три. Побежали. Чё ты стоишь-то? Я не могу, я не на ту кнопку нажал. Дальше рисковать не буду. Вот кто двигатель запустил, я пристрелю его нахуй. Я же сказал, Элька запустила двигатель. А это она запустила двигатель? Ну, подзатыльник. Помнишь ту девчонку? Подзатыльников понадаем, значит. Девчонку, ту помнишь? Перезаряди. Под затыльником, значит, дадим. Осторожно. Вот тут огонь, что-то загорается быстро очень. Я не успеваешь отреагировать. Он загорается опять. Ну вот, даже ты попал под огонь. А! На меня насели. Открывай! 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 А! Заперто не сюда. Быстрее за мной, сразу за мной беги. Да зачем? Давай. Быстрее валим отсюда нафиг. Куда сейчас? Направо, налево, я забыл. Я не знаю точнее куда. Давай налево. Я жму на... Налево. Оу. Осторожно. Да блин, ну... Почему их так много, а? Оу. Блин, с обоих сторон горит. Не сгори, мы почти пришли. Я все выбрался. Лифт. Все, мы выбрались наконец-то. Ура! Надеюсь, это все. Только те твари остались живы. Ну и фиг. Ты видел, они даже не сгорают. Ой. Осторожно, не подходи близко. Садись за пушку. Ты сел? Да. А во что стрелять только? А, в монстров. Я просто, короче, туда-сюда метаю, направляю. Ты видел? Они умирают. Да. Хоть что-то убивает их. Остановись. О. Ой, близко подходит. Ого, каких много! Воу! Что-то пошло не так. Оу! Открылась эта хрень! Нет! Воу! Я надеюсь, это так и должно быть.
Мы победили! Отлично, мы выбрались из этого кошмарного ужаса огненного, бля. Давайте подготовь первоначальную палубу к прибытию челнока. Азик, увидимся, когда ты вернешься. Ребята, на этом эта серия, наверное, заканчивается. Ух, да, мы выбрались из этого огненного ужаса, блин. Это было очень сложно. Ужасно и жарко. Это было очень жарко. И там было мясо. Но сейчас красиво, да, было? Сейчас мы пострелялись. Да, получилось. Надеюсь, ладно, в общем... С вас лайкосы и подписывайтесь с нас, эпичные видосы. Эпичные видосы. Подписывайтесь на канал Чухачуты и Врачу, на мой канал, на мой запасной канал. Прощайся и всем пока. Да, всем пока.